И всем привет, ули рапули! Сегодня мы... У нас игра Melon Playground. И сегодня мы будем делать различные предметики. Ну, короче, что-нибудь интересненькое сегодня поделаем. Если у меня опять будет попугай в комнате шуметь, на это внимание не обращать. И второй тоже попугай шуметь. И второй попугай тоже шуметь будет. На это тоже внимания не обращайте. Ладно, начинаем. Я моды здесь еще создавать не умею. Бла-бла-бла, всякое такое. Короче, заходим на пустую карту. Здесь темнота. Так, обтягиваемся вот до такого... Размеры, интересно, почему такой небольшой квадрат. Он показан совсем маленьким. Ладно, немножко отходим. Поставим арбуз. Оружие готово. Давайте. О, бинты появились. Я не замечала здесь бинты раньше. Блин, на ногу упала. Давайте его полностью забинтуем, чтобы жил. А то я снимала не по-настоящему ролик, я так забинтовала еще челик выры. Не представляете. Еще вот сюда поставим. Пук. Это смешно и забавно выглядит. О, давайте сделаем вот, вот такой штучки. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Кидаем на тебя. Еще. И посмотри на это телек. Мне нравится. Давайте еще покидаем немножко. Ну, много покидаем, короче. Короче, ребята, вот такая куча появилась. И всю эту кучу мы кидаем в нашего героя, персонажа. Он сейчас вставать не сможет. Мы его так сильно закрепляем, я не представляю. Ой! Что-то мы его слишком сильно закрепили. Так, я не знаю, живой ли он или не живой, поэтому просто кидаем на него это все дальше. Он пошевелился. На тебе. Еще раз. Да, есть. Ребята, идет какой-то звук. Давайте проверим, работает ли наш арбуз все еще. Или мы его побили настолько сильно. Видите, у него... Он живой. Ну, тогда давайте попробуем ему встать, помочь. Поставим вот сюда все девочка и... Эй! Да живи ты, живи! Чё, живёшь? А давайте-ка мы это проверим. Мы ведь его и без головы оставили. Чё, вообще не живёт? Типа его здесь нету. Та-дам! Слушай, эту бошку. Ладно, всем спасибо за... А хотя, стоп, не буду я уже заканчивать ролик. Нужно еще кое-что проверить.
Так, вот такая у меня получилась. Давайте проверим. Хо! Ё-моё! Это жестко выглядит. А как я это удалять буду? Так, нужно теперь, значит, аккуратненько. Так, это аккуратно удалили. Блин! Ладно, я не то удалила. Теперь мы будем снимать, док. Вот такие огроменные взрывы. Давайте очень много бомб положим сюда. На самую высоту. А давайте до конца дойдем. Блин! Ну, мне кажется, этого и так достаточно, народ. Просто ставим это теперь в пунч. Пунч. Теперь все это просто ставим в квадратик. Вот так. Ну и давайте еще вот таких бомб добавим. Чтобы прям огроменный взрыв был. Как? Это не та кнопка. А. Вы думали, я и вас без работы оставлю? Как все взорвалось. Так. Окей, мне нравится. А что если так? А, знаешь, я придумала кое-что. У меня все время челики через дверь проходят. А что если я поставлю вот сюда замочек? И чпуньк. Теперь через нее челик может проходить. Работает! Работает! Гляньте, гляньте! Это охренительно. Теперь давайте попробуем сделать тюрьму. Возвращаемся в конец. Ставим сюда тебя. Теперь мы поставим сюда много стеклышек. Ребята, у меня все разбилось, и поэтому придется сделать это все под паузой. Я не буду вам это показывать, потому что это будет чуть-чуть долго, поэтому я остановлю ролик. Ребята, я так долго строила эту локацию, и вот что у меня получилось. Я думала, что вот эти вот пупырчики помогут сдержать, но нет. Они просто вот так вот катались вот во все стороны. Я еле-еле их всех поймала. Ну, то есть, меня немного из-под контроля вышло. Давайте еще полицейского добавим. Кстати, те, кто не умеют... Те, кто играет в Mylan Playground и не умеют звуки брать вещи, того я сейчас научу. Никто не учит, а я научу. Отводим человека подальше. Берем то, что вы хотите взять ему в руки.
Я хочу ему вот это вот попробовать дать, вот это. Берем его руку, пока не появится вот это кнопка. Ну, типа такой кругляшок и посередине палочка. Кликаем на нее, и во! Ой! Ребята, что-то у меня не стреляет. Все время что-то падает, поэтому проверяем не в руках. Все, мы проверили не в руках. Теперь мы попробуем его взять. Чупук. Почему я не могу этим стрелять? Алло! Это смешно было, забавно. Эту штуку, короче, невозможно взять. Те, кто не умеет отдалять, я потом расскажу об этом. Давайте возьмем такую штуку. Я не знаю, как она стреляет. Ни хрена себе! Я в первый раз такую вижу. Пук. Почему этот челик не может ничего взять? Раз он ничего в руки брать не может, тогда другого возьмем. Возьмем тыкву. Раз у нас... Что-то тыквенный день. Нет, почему тыквенный? Потому что тут все в тыквах. Да почему не стреляет? Ну, значит, это тоже удаляем. Но я знаю, что точно будет стрелять. Ну, давайте это тоже попробуем. Я не там нашел. И это, конечно же, не стреляет. А я бы хотела так попробовать. Но я знаю, что точно будет стрелять. Либо такой, либо вот такой крошечный. Те, кто не умеет брать, нажимают вот так. И... Что-то я всех состреляла. Ну, значит, тебе дадим палку, которые будут стучать. Была такая палку у полицейских, которые они стучали по голове. Выходим, я сломала дверь. А ну, заходим. Заходим. Прибат. Короче, вы поняли. Тюрьма у меня вот такая получилась. Не очень атмосферная. Не хочу я выходить. Сейчас мы попробуем. Итак, следующее, что мы будем делать, это мы будем делать... О, вот таких карт не было, я не замечала. Ладно, шучу, замечала. Сейчас мы будем вот сюда... Три человека поставим сюда, только их подальше, и теперь останавливаю и кое-что делаю. Во, мы очень много чайных пакетиков клали, теперь все эти чайные пакетики туда кладем, короче. Ой, что-то. И всех хлопаем. Давайте всех хлопаем, а то даже озеро. Куда? Пакетики не ломаются, ладно, это утонет. Берем вот такую железную палочку и пакетики все хлопаем. Я с папой. Стоп! У меня чуть палка не улетела. А зачем тебе два набора цветной бумаги? На-ка один отнеси. Одного достаточно. Не... На. Так, что-то же еще мама говорила нам купить. Слишком мало, поэтому мы еще положим.
Слушай, как... Смотри, как прикольно тонет. Смотрите, крас. Короче, вот что. А почему у тыквы красная кровь, это я вам потом расскажу. Короче, кладем побольше этих чайных пакетиков. Вот такие у тебя, да? Да, у меня такие. Теперь опять берем железную палочку. И все. И хрена. Если утонет, не беда. Берем новую. Ну-ка покажи, зачем тебе столько точилок? Саду достаточно одной маленькой точилки для карандашей. Вот, такая подойдет. Клади в корзинку. Давай, давай. Пошли. Да блин, что все тонет-то? Короче, ребята, сейчас мы здесь все перехлопаем. Да ё-моё! Ты даже в карман! Ты карандаши в тебе не один? Ня! Я предлагаю сделать вот так. Такая же цвет карандаша, у тебя будет своя начинка. Ого! Чего тебе? А ну-ка, стой карандашу! Куда все уплыли-то? А все почему умеют плавать? Вот этот почему? Я поняла, почему вот этот подниматься не может. Это же предмет. Видите, он же в предметах. Поэтому он тонет. Никто не знает, сколько я здесь палок приняла. Так, все, выходим отсюда. Тыква! Ой, что-то я ее сбрал. Вы заметили, что у нее глаза покраснели? Это наверняка кровушка. Куда я потонула, как будто бы закатываю? Но сейчас не закат, сейчас ночь в Екатеринбурге. И вы смотрели ролики? Как? Короче, вот. Ладно, вот столько мы разных штук посмотрели. Следующий... А давайте еще попробуем холодное кое-что сделать. Снеговики. Ой, папа, мне надо он в воде испаряется, прикиньте. Вот знаю, что делать. Ставим стол. Второй. Еще. 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 Чпок. Что-то... Смотри, что у меня получилось. Живи, предмет. А почему это предмет? Нет, стоп.
Хотите прикол? Вот предмет, а из него можно сделать зомби. Давайте проверим. Теперь тянуть не будешь? Да ты же предмет! Давайте сделаем. А знаете, как делать? Если вы смотрели Дракувелла, Дракотехника, я его полнейшая фанатка, иногда о нем забываю. Вы уж простите. Если Дракотехник это посмотрит, то, пожалуйста, прости меня. Так вот, Дракотехник, что там он... А я не помню. А, вспомнила. Короче, он оживлял скелетов. Я покажу, как. Берите любого челика и беремся. Теперь берем красный и оранжевый шприц. Вкалываем в нашего игрока. Он уже живой. Теперь вкалываем шприц. Давайте взад вколем. Чисто. Взад хочу. И вот, получился живой скелетик. Давайте проверим, если мы сделаем так. Мы можем еще поджарить скелет, я помню это. Чпуньк. Пук-пук. И на... Мне, без... Мне неудобно... Мы не будем ждать, когда он догорит, как другие. Мы... Ребята, я забыла, как поворачивать здесь предмет. А где-то кнопочка. А, реально... Чуть не забыла. А, вот она точно. Теперь мы еще тушитель возьмем. Тик. А потом больше нам не нужен рыжий. Его мы убираем. Я не буду ждать, когда он догорит, поэтому просто его таким образом поджигать. Я не буду заставлять вас ждать этого, поэтому я остановлю ролик. Ну, а кому все-таки интересно посмотреть, смотрите. Он нагрелся, прикиньте, это не так. Ладно, смотрите, но уже... Начинает чернеть, это хорошо. Нужно еще сильнее жать. Я жму очень сильно. Я жму сильно, но не очень сильно, чтобы шат себе не сломать. Ой, это же секрет был. Ай, ладно. Какая разница. Чупун. Чё ты не горишь? Гори! Ты горишь, как у меня агония. Или это любовь, или это паранойя. Ля-ля-ля, догори ты, догори, и стань чёрным, ты ускори. И сразу уже. Ладно. Почему-то он не стал тем таким, как я хотела. Но посмотрите. Посмотрите. Прикольно, мне кажется, положить. Чего теперь обычного секретика делаем? Чпунь.
пришлось сделать проверку. А, он горячий! Обычно мочи пойти. А ты плавать не умеешь. Конец твоей жизни, слабак. Чпунь. Нет! А, ну что? Смотрите, как испарился. Надо. И шикарный шприц. Он на скелете не работает, прикиньте. А все, смешно. Короче, его обжигает, и он умирает. Да живи ты, скелет. Во, живет. Теперь опять мы берем арбуза. Шприц с растворением. И на этот раз мы возьмем банки, как делал какой-то там ребенок вроде. Ну или что? Я думаю, 5 баночек нам хватит. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Да, их у нас 5. Положили. Ждем, когда он полностью растворится. Я остановлю. Все, ребята, полностью растворили. Теперь кидаем банки. Так, теперь на этот раз мы не будем... Ладно, ждем, когда он догорит. Догори, 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 догори. Он почти догорел. Я не хочу... все, он почти догорел? А что так мало он горел? Не-не-не, мне нужен получиться... У меня должен получиться черный скелет. А других мы вот сюда отводим. Смотрите. Так, проверка. Он не горит? А как черного сделать? Отстой! Ладно. Мы сделали 2 скелета. Еще можно другое сделать. Короче, давайте попробуем здесь накидать всего по 3 бомбы. Мы все положили. Теперь я все это взорвать хочу. А давайте это все вот сюда положу. Сейчас будет, я думаю, очень горячо. А давайте проверим это на много людишечек. Мне нравится ее. Так, это мы все будем проверить на много людей. И вот эту бумочку, да? А теперь все это взрываем. Ой, не то нажала. Офигеть! Какой большой взрыв! Вау! Даже думаю, а здесь бомба осталась. Ее мы тоже кокнем. Ну, бомба. Одна бомба, это уже не так страшно. А, сюда еще 2 бомбы улетело. Ну, значит, возвращаем их. Ой, не смотри. Св...
вторую. Где вторая? Вторая бомба не утонула, и люди уже догорают. Черный скелет, так вот как его делать. Смотрите, сколько черепушек. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, пишите крутые комментарии. И всем пока-пока.